Продолжается прием заявок на конкурс «Лидеры России». Участники вправе выбрать любое среди 8 направлений. Одно из них – здравоохранение. Пандемийный год доказал – врачи – лидеры, принимающие вызовы времени. Найти единомышленников по стране им помогает всероссийский конкурс. Регистрация на него открыта до 26 апреля на сайте лидеры-россии.рф. Это не только соревнования. Конкурс – это в том числе возможность сократить дистанцию, приблизиться к тем людям, которые являются лидерами мнений, получить наставника, который за руку поможет вам двигаться по жизни и достигать новых результатов. Он доступен для каждого. Победители и финалисты конкурса получат возможность повысить квалификацию в ведущих вузах страны, поработать с наставником, одним из лучших специалистов России в области охраны здоровья, а также пройти стажировку или получить вакансию в Министерстве здравоохранения России, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях.